Спасибо. Ага, ладно. Ну, напишу. Ты есть, да, в телеграм-канале? Да. Да, следи. Мана, вот. Моя клиентка тоже. Хоть вечером пришла, бровки сделали. И сейчас домой. Маленькая дочечка есть у нее. Спешит она. Вот так вот. Азларом. Шнака. Все-все клиенты мои очень хорошие. Спасибо Аллаху, спасибо Альхамдулиллах за все. Вот так вот. Шнака, азларом. Вот в Москве погода тепло стал. Только чуть-чуть. Но ветер нету, только холодно немножечко. Может, вечером, поэтому. Так вот, азиз обначаларым. Вот у нас это до. Мы еще не вышипывали, не красили. Да, Наташа? Угу. Только что пришла. Такая ты серьезная всегда. Вот так, азизларым. Вот, мы закончили. Самое главное. Да. Нормально, да? Да. Угу. Вот так вот, мои дорогие подписчики, клиенты. Вот так у нас получилось. В ускоренном темпе. Да. Очень быстро работали. Чтобы успевать, да? Бежать на электричку. Ага. Спасибо. Откуда приедете каждый раз? Приезжайте. Из Москвы. Да. Из Москвы. Вот. Из Москвы. Да. А сегодня сдача. Да. Издалека. Нормально, да? Да. Все. Отлично. Ага. Супер. Вот. Красиво, да? Тебе понравились? Да. Она сейчас еще дома посмотрит полчаса. Ну, да. В зеркало. И тогда уже поймет, что... Сейчас всем похвастается, да? Ага. Руки чешутся, да? Хотела сейчас. А, ну все, сейчас подружка. Ага, ладно. Спасибо вот, вам огромное. Спасибо. Вот мои клиенты. Ксерокопия папа. Да. Пока. Приходите еще. Обязательно придем. Ага, ладно. Один мастер, ну, девочка меня стригла до этого. Она сказала, что когда хочешь, чтобы они красиво брызнули, их нужно все вытянуть наперед. То есть, ну, только так же не уложишь, как ну, надо да, соломинка да, для домашнего. Я тоже в молодости. Вот не я закидываешь голову, а именно с ровной головой. О, как ты хорошо сидишь. Анька, ты прям как эта картинка из интернета. Да, красиво, да, получилось? Рук нету. Мана азларым. Вот так вот мои клиенты пришли. Да. А вот это до. А мы сейчас будем стричь каскадом. Да. Начинаем азларым. Вот так вот. Мана азларым. Вот так вот мои клиенты пришли. Да. А вот это до. А мы сейчас будем стричь каскадом. Да. Начинаем азларым. Вот так вот. Один мастер, ну, девочка меня стригла до этого. Она сказала, что когда хочешь, чтобы они красиво брызнули, их нужно все вытянуть наперед. То есть, ну, только так же не уложишь, как ну, вот да, надо да, соломинка да, для домашнего. Я тоже в вот не я закидываешь голову, а именно с ровной головой. О, вот, как ты хорошо сидишь. Анька, ты прям как эта картинка из интернета. Да, красиво, да, получилось? Рук нету. Вот. Красиво, да? Тебе понравились? Да. Она сейчас еще дома посмотрит полчаса в зеркало. И тогда уже поймет, что сейчас всем похвастается, да? Ага. Руки чешутся, да? А, ну все, сейчас подружка. Ага, ладно. Спасибо вот, вам огромное. Спасибо. Вот мои клиенты. Ксерокопия папа. Да. Пока. Приходите еще. Обязательно придем. Ага, ладно.